Привет, дорогой друг, и сегодня мы сделаем видео из вот такой вот пилки для лобздика по дереву. Она уже немного у нас сточилась, вот как раз в ее рабочем месте. Здесь уже слизаны зубья. Я вам желаю приятного просмотра. Обязательно напишите ваш комментарий, а также поставьте лайк. Это помогает продвижению канала. Спасибо большое и погнали. Первонаперво я верну пилку в сам лобзик. Для того, чтобы выставить меточку, возьмем маркер. Поставлена скорость минимальная, а также минимальное подбрасывание пилки. Нам нужно опустить пилку в самое нижнее положение. Вот оно сейчас как раз и есть. Метка у нас готова. Есть. Ниже этой метки не опускается. Вынимаем. Я взял вот такой вот березовый брусочек. Есть отверстие, но это ничего страшного. Сейчас нужно расчертить вдоль линию, немного пропилить ее, чем займемся. Как и сказал, чертим посередине, это у нас 2 сантиметра. Сделаем отметочку в начале сантиметр и в конце сантиметр. Проведем линию. Пропиливаем вдоль линии. Кривоватенько, конечно, получилось, но я думаю, сойдет. Следующим этапом нужно закрепить пилку. Мы помним про нашу метку, поэтому нужно ее закрепить чуть ниже метки. Вот таким вот образом. Для этого возьмем самый обыкновенный суперклей. И вот таким вот безобразием зафиксируем. Суперклей двухкомпонентный. Держит очень хорошо. Оставляем подсыхать. Клей встал, все хорошо. Следующий шаг. У меня есть вот такой вот кусочек липучки с крючочками, которые... И сейчас нам нужно разрезать и приклеить на тыльную сторону. И также на наш любимый суперклей все это наклеиваем. Первая пошла. И также вторая пошла. Все это хорошенько прижимаем. Ну и далее активатор. Даем высохнуть. Далее, пока клей подсыхает, я взял такой вот круг на войлочной основе. И сейчас мы отрежем полоску 10 на 2. И вот как это выглядит. Все приклеивается, все замечательно. И для чего это самое важное и главное я делал? Как я сказал, вот для чего это нужно. У нас есть условно какой-то квадратный паз. Чтобы не быть голословным, я сейчас покажу, да, что она действительно работает. Возможно, наждачка уже подзабита, но это сотка. Также эту тему можно использовать, если есть какой-то небольшой проем, и вам его нужно выровнять именно по квадратной части. Я считаю, что тема прикольная получилась. Такие насадки есть на самом деле, но не на лобзик, а на другие шлифовальные установочки. А с вас, как обычно, комментарий, лайк и тому подобное. Ну и я прощаюсь с вами. Пока, ребята, до скорого. Увидимся.